мы в лесу Чанга-Ванга, очень редком и очень злом лесу. Тут тигры, леопарды, соколы дикие. Это все злое. Ой, не злое, тут леопарды дикие тоже. И тигры еще там, тут есть. Попугаи добрые. И так весь день там, тут весь день ходят они, но не нападают на человеков. Я запущу этот самолетик, и все, тут будет так красиво. Молодец, Миш. Я умница, умница. Он упал туда, за забор залетел. А я... Ты залазил через забор? Нет, я открыл забор тут наш. А, дырочку, ну правильно. Не дырка, а открыл вот так. Угу. А я рассказывала о путешествии. Да. Это сейчас наша страна Россия, только дача. Да. И я тут так красиво запущу самолетик, он сразу запылетит далеко-далеко. Но пока не получилось. Получилось. Это надо учить. Бам! Вот я хотела показать. Аист был пролетал. Ну, что теперь? Пролетел уже. Нет, не аист. А как ты увидел, что это чайка. Аист? Чайка. Чайка, наверное, скорее. Какой же аист? Чего вдруг? Белый.